тебя давненько не было в сборных. Какие ощущения, эмоции вот после этого матча? Хорошее, положительное ощущение, эмоции. В принципе, игра давалась. Забили один, должны, наверное, были с большим счетом обыграть. Ну и так по игре, в принципе, с большего смотрелись неплохо, еще есть над чем работать, но больше положительные эмоции, нежели отрицательные. Насколько тебе уютно игралось, потому что ты и вверху, и внизу, там, да, и в опорной зоне приходилось успевать, почищать, помогать? Не скажу, что там вверху и внизу, как бы. Ну, действовал, в два нижних играли, ну, по ситуации. То есть, если в прессинг, конечно, надо идти вверх, поэтому с большего... Как оценить? Ну, я думаю, что этот тренерский штаб лучше оценит, да, как оно получилось на данный момент. Во втором тайме больше владели мячом, тяжеловато было вскрывать оборону узбеков, за счет чего это получилось в моменте с голом, и на твой взгляд, чего не хватило, чтобы забить больше? Ну, в моменте с голом Стасик хорошо сработал с Пашкой Нехачиком, да, в одно касание, а во втором тайме почему больше, чуть начали больше через фланги играть, чуть пошире стали, и у них, ну, образовывались свободные зоны, и за счет свободных зон, как бы, пользовались этим.